Доброе утро, дорогие друзья и гости моего канала. Друзья, Утро начинается с каши. будем готовить кашу рисовую с добавлением тыквы. Беру рис 300 граммов. Сейчас промою и поставлю на огонь. Буду варить до полуготовности. Так, вот у меня вот такая тыква огромная. Вот так убираю мякоть. Вот так вот убираю кожуру и нарезаю кубиками. И запускаю тыкву. Мне нужно протушить эту тыкву до полуготовности. Масло сливочное не жалеем. Так, друзья, масло чем больше, тем будет вкуснее. Теперь я посолю по вкусу и вливаю сюда молоко. Закрываю крышкой и пускай тушится. Так, тыква у меня протушилась, сварилась. Теперь я эту тыкву выливаю в рис. Рис тоже сварился. И вот вливаю вот сюда. Теперь перемешаю хорошенько. Так, пробуем. Тут уже, друзья, на вкус надо. Сколько соли кому надо, сколько сахару. Пол ложечки сахарного песка я добавила. И пол столовой ложки соли. Так, минуты 3 еще на медленном огне вот так побулькает. На медленном. Вот такая очень вкусная каша рисовая с тыквой. Приготовила. Это очень вкусно, очень нежно. Если вам рецепт понравился, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Пока-пока!